Ребята, всем снова привет! С вами я, Миша, и сегодня мы будем с вами освещать еще одну стратегию в прекрасной игре, которая называется «Авиатор» на платформе 1Win. Я вам уже рассказывал ранее про одну из своих стратегий, которая показала нам хорошие результаты, но заняла много времени. Я вам заранее сказал, что это примерно полчаса вашего усидчивости, вашего терпения, но при этом заработанных там 3-4-5 тысяч рублей, что в принципе не так плохо, если вы сидите дома за чашечкой чая или кофе. Сегодня мы будем освещать более рискованную, более интересную и более прибыльную, самое главное, стратегию, которая заключается в следующем. Сейчас я вам об этом расскажу, а вы, в свою очередь, не забудьте проверить ссылочку с описанием к данному видео, в которой вы найдете, что? Правильно, ссылочку на данную игру, на данную платформу 1Win, которая является одной из моих самых любимых, за честность и надежность данной платформы, а также найдете ссылочку на Telegram-бот с огромным количеством промокодов, на различные бонусы, плюшки, которые позволят вам заработать еще больше. Отлично, давайте начнем. Вы можете увидеть прекрасное окно нашей с вами игры «Авиатор». Для тех, кто не знаком с этой игрой или еще раз хочет освежить в памяти, что же это такое, рассказываю. «Авиатор» достаточно простая в своем исполнении игра, но тем самым она для нас интересна, потому что она понятна и ясна для всех. А в чем смысл? У нас есть самолетик, который летит вверх и... Когда, чем больше он летит, тем больше увеличивается наш коэффициент выигрыша. Наша с вами задача нажать на кнопку Cash Out, вывод денежных средств, до того момента, пока самолетик не улетит. Потому что после этого наша ставочка с вами сгорает. Сумму ставки мы с вами прописываем здесь. Далее мы можем с вами либо включить, либо выключить автокэш-аут. Автокэш-аут — это... такая примочка, которая позволяет нам заведомо указать сумму коэффициента, на котором будет вывод, и не нажимать на кнопочку вывода. То есть, когда самолетик достигнет вот этого коэффициента, у нас с вами автоматически произойдет вывод средств. Автоставка – это просто чтобы не нажимать после каждого раунда кнопочку «Ставка». То есть, это максимальное упрощение. В чем заключается теперь суть нашей с вами стратегии? Стратегия заключается в следующем. Если мы посмотрим историю торговую, то мы увидим следующее. Что после, к примеру, минимальных полетов самолетика, допустим, с 1.25, у нас появляются вот такие прикольные выигрыши. 10, 5 и так далее. Это говорит о чем? О том, что высока вероятность, а все казино – это теория вероятности, то есть это абсолютно поддающаяся анализу и мышлению сфера, и кто говорит, что это не так, ну, значит, у него просто нет денег, или он их уже все слил, торгуя и работая неправильно. О чем говорит данная стратегия? О том, что мы с вами ждем минимального полета самолетика, где-то в районе 1.20, 1.30 мало, мы ждем где-то в районе 1.20, 1.10, 1, и после этого у нас высока вероятность того, что последующие 2, 3, 4 ставки у нас с вами будут в большой плюс. Но мы не жадные, мы ставим после этого ставочку 1,7, 1,8. Давайте мы с вами поставим 1,7. Я просто люблю нечетные числа. А сумму ставки мы с вами делаем, к примеру, 1000 рублей. То есть сумма ставки должна быть большой. Мы с вами сразу срываем куш. И делаем это 3-4 раза подряд. Но поскольку, как я сказал, я люблю нечетные цифры, то мы с вами делаем это 3 раза подряд, не более. 1,8 – это максималка, что мы с вами можем добиться, но мы столько ждать не будем. Сейчас просто терпение, ждем, когда у нас с вами покажет цифру 1,2, 1,3, где-то так. 1,3 нет, я уже сказал, 1, 1,2. Такой диапазон. Давайте лучше перестрахуемся, поскольку это наши с вами денежки. А текущий депозит у нас составляет 9061 рубль. Тут какой-то небольшой лаг с отображением депозита сегодня. Наверху показывает одно, но текущий, это уже проверено предыдущими ставками, это вот этот депозит. Пока ждем, также хочу отметить то, что данное казино является легальным, официальным. Лицензия у нас с вами выдается, вы прекрасно знаете, если казино
или любая торговая платформа обладает защитой конфиденциальности персональных данных своих пользователей, надежно выводит и принимает денежные средства через официальные платежные системы, такие как банковские карты, интернет-кошельки, в том числе и крипто-кошельки. И помимо этого использует случайную генерацию цифр. Давайте с вами делаем первую ставку. У нас с вами 1,7, ставка 1000 рублей. Делаем еще одну ставку. То есть я хочу заработать примерно 3-4 ставки подряд. Первая пошла. Снова ставка. И еще одна ставка. То есть пока у нас 1.27, то, о чем я говорил. Нужно дождаться, когда начнется этот 4 примерно подряд прибыльный пул из раундов. Нам нужно примерно, как я уже говорил, 3-4 прибыльных ставки. Не более. Дальше мы снова ждем, когда начинается вот это 1.1 и так далее и тому подобное. Также мы, в принципе, можем и увеличивать сумму ставки, сделать 1500 рублей, что тоже позволительно, поскольку предыдущая была 1.19, сейчас 8.20. То есть у нас с вами уже две подряд. И в целях безопасности мы можем поставить на 1.6, чтобы наверняка закрепить нашу с вами прибыль. Самое главное не забывать про то, сколько уже прошло ставок. Это очень-очень важно. Я бы сказал, что это критически важно. То есть отлично. И давайте сделаем с вами крайнюю ставку. И все на сегодня. Можем, в принципе, поставить это как и 1.5. И возвращаемся тогда к увеличению ставки до 1700. Ставим еще раз. То есть диапазон, что вы понимали, это 1.5-1.8, не более. Делаем с вами крайнюю ставку. Увеличиваем ее до 2000. Делаем вторую, чтобы уже нормальная была прибыль у нас с вами.
И сейчас мы можем с вами понизить ставку снова до 2, поскольку мы уже с вами в плюсе. Просто сделать крайнюю. И на этом с вами этот ролик закончен. Все. Вы увидели то, что мы сами за примерно 15 минут заработали порядка 4000 рублей, что в принципе не так уж и плохо для нашего текущего с вами времени. И я очень буду рад, если вы воспользуетесь данной стратегией, напишите в комментариях свое мнение по поводу нее. Ну что ж, желаю вам, ребята, отличной прибыльной игры. Еще раз не забудьте проверить описание к данному видео, где вы найдете очень много полезных ссылочек и ссылочку на Telegram-бот с промокодами, которые, как я уже сказал, позволят вам заработать еще больше. И остаемся с вами на связи.